Ну, смотри. Пеняй потом на себя. А все, наверное, сейчас спросят. Селя, ты что, в шубе сидишь в офисе? Это как этот... Не, ну... Сибирский цыган такой. Барыня. Да я решила, думаю, да, и сниму в шубке. Шубки-прибалки. Ну, чтобы смешно было. Видео, шоп я... смешно. Я думаю, будет видео смешно. Селена свой в шоп, и шоп смешно было. Итак, крошки мои, привет всем. С вами я, Силя, и... Кристина. Скромняшка Крис. Знаешь, ты скромная. У нас сегодня будет фикс прайс. Такая моя рука. Такая серая футболка-то. Нормуль. Главное, что у тебя подмышки в порядке. А, да. Хорошо, что ты обратила внимание на мои подмышки. Я все не знала, как же показать мои клевые подмышки. Есть люди, которые обращают очень на это внимание. Смотрите, кому важно. Ни одной волосинки. Кстати, и очень актуально, у нас видео фикс прайс, мы будем тестировать два штуки. Как же ты будешь теперь тестировать? Так вот, на все чем? Все чисто. Ну, а ты? Может, у тебя есть какие-то... Давай сначала скажем, что мы будем тестировать. Интрига, да? Первое, что мы будем тестировать, ну, раз о волосах мы заговорили, это вот такая машинка, 77 рублей, она убирает волосы. Машинка для стрижки волос в носу и ушах. У тебя есть волосы в носу и ушах? Вообще нет волос. У Кристины говорит, что у нее нет волос. Ну а как же? Мы его протестируем на голове. Ладно, мы попробуем найти волосы. В общем, вообще посмотрим, как и что. Но я лично в нос себе эту штуку засуну. А ты? Покажи. Слушай, ну это не гигиенично. Твой нос, потом мой или наоборот. Я вижу волосы. Да нет. Не, у меня есть волосы. Ну у тебя есть, да, кудряхи. У тебя даже не волосы там. Ой-ой, волосня. Волосня. Смотрите, а второй вариант, меня очень часто просили, возьми что-нибудь для ногтей и протестируй. Вот всегда этот маникюрный аппарат, я его обходила стороной, потому что я вообще не люблю аппараты, но мне интересно, вообще работает он или нет. Слушай, а здесь внешний вид, сколько стоит он? 99 рублей большими буквами. Ну, сразу все становится на свои места, можно и не фиксировать. Что? Выкинуть? Давай начнем вот с машинки. Вообще, ну как она работает, что она делает, да? Может быть, кто-то пробовал, смотрел. Мне интересен сам принцип работы вообще. У меня, правда, нет волос. Я реально взяла эту машинку для видео, девочки. Слушай, для вас, обзор. Ты щипает? Ты знаешь, мы сейчас посмотрим принцип. Я не знаю, тут даже крышка или не крышка это, или что это. Что здесь? В ушах и в носу. Ну, прям волос? А, ну имеется в виду, потому что она... Тут нужны батарейки. Вот такая она, короче, так выглядит. Тут нужны батарейки. Вот они. Одна. Слава тебе, господи, одна батарейка. Вот у меня одна батарейка. Как раз у тебя была, да? А он, кстати, у меня... Ой, а возьми вон тему. Ну ладно. Что? Да там батарейки открытые лежат. Ну где-то не в фикс прайсе купила батарейки, надо с фикс прайс, да, батарейки с фикс прайса, алкалиновые. Так, засовываем. Все это ты знаешь. Все это я знаю, да. Засовываем батарейку, закручиваем. Так. И чё? Чё там смеёшься? Подожди, я другой стороной уже засунула. Пробую вообще. Ты что, не посмотрела? Не работает. Как вот говорят, факир, как там, фокус не удался, факир. Подожди, что-то, может, там. Что-то еще. Ты запах чувствуешь? Ага. Тут такая штучка, которую нужно поворачивать, девочки, если вдруг что. А, скорости. Нет, это не скорости, просто... А, ну да, один нарисовано, подожди. One. Вот так поворачиваешь. Может быть больше, короче, здесь только один есть. Ну поехали. И она работает в любом положении. Так, хорошо. Я не успела отдуматься. Вот что это такое? Это крышка просто. Хорошо, да. Какой способ, процедура, как способ нанесения, способ применения? Сейчас, подожди, разберемся. Не пойму. Для начала здесь есть крышка, но она просто с дырками. Томишь уже. Она просто с дырками, поэтому я не поняла сначала, что это, зачем что в крышке крышка? Дырка. Там же пыль будет залетать все вон туда. Подожди, она должна проветриваться постоянно. Да? Дальше тут идет такая кисточка, наверное, чистить вот это все. Волоски длинные достаточно такая. Я уже не могу. Теперь смотри, смысл какой, засовываешь в нос эту фигню глубоко. А где у нас зеркала? У нас нет зеркал. Слушай, ну... Страшная.
Ты страшный? Ну, можешь еще что-нибудь дополнить. Обзорчик. Информативный. Подальше. Там два колесика пластмассовых. И что-то еще. Страх. Видишь? Страх. Так, подожди, знаешь, что? Зеркало надо. И они крутятся. Эти два. Нет, это не колесики, ну короче, две пластмассы. А есть ли у нас зеркало? Что это обалдеть? Что-то к тебе залезет. Слушай, а может быть ты мне сделаешь? Давай, конечно. Потому что у нас нет зеркала. Мне придется довериться Кристинке. Ты что, не боишься? Я боюсь очень. Давай. Давай. У тебя что, в носу есть? Ну посмотри, а хоть... ты помыла нос? Нет. Ну и мы не будем тебе. Или давай, или я тебе, или ты. Давай в ух... в ушах ты говори. Вот в ушах у меня нету. Я говорила, у меня в ушах нет. Давай нос. Стесняется. Ты не боишься, реально? Боюсь. Так, давай. Давай, не, давай. Не закрывай, не закрывай. Не закрывай, покажи им, как ты это делаешь. Из-за угла зайди. Давай вот в этот нос. Больно? Шикарно. Не дай я сама. Запах опять. Пить. Да не, нормально. Ну, давай, давай. Щекотно. Фу, запах есть, да. Прикинь. Ой, ну ничего. Слушай, ну мне кажется, это знак того, что это настоящий прибор. Ну как? Щекотно. Ну я слышу, как мои волосы там херачат. Подожди, ну тебе же нравятся щекотки. Они не вырастут? Слушай, они не вырастут? Симка-бурка у тебя. Козырна. Кристина, у нас сейчас фикс прайс. Не отвлекайся на мою симку-бурку. Как из сказки. Я из сказки показываю сейчас чудо. Ой, оно горячее. Поэтому запах уже пищу. Может быть, это волосы плавятся? Запах. Не, волос? Не горячий, нормально. Запах волос плавный пищу. Вы слышите этот звук, когда по волосам? Мне кажется, лучше пусть они растут, чем так. Так это? Так представь, это у тебя белые пушистые, а у мужчин, у которых жесткие. Страшно, девочки. Чё ты головой подлезла к зрителю? Бля. Слушай, ну ты как профессионал, ты по кругу водишь, прям вот так. Может, у тебя есть такая машинка? Ты вот это вот тут сидишь, вроде бы как впервые. На, попробуй. Не хочу. Я избавилась от них. На, после моего носа попробуй. Мне правда не хочу, носу очень неприятно. Фу, девочки, это страшно. На самом деле. Реально. Ой, да ничего, тебе нравится. Блин, Крис, я хочу тебе сделать, дай нет, я. У меня и так болит все. Нет. Дай я тебе сделать чуть-чуть, просто чуть-чуть. Я сейчас вытру салфеткой. Я знаю, каково это. Я себя попробовала. Нет, я хочу чуть-чуть тебе сделать. Ну, мне болит все, глянь. Да ничего тебе, блин, я тебе скрашку прям сделаю, что ты переживаешь. У меня очень обострено чувство вот здесь. Я чихать начну и больно буду. Вот у меня один звук вот этот вот. Я татуаж когда-то не хотела. Ну так, раздвинь ноздри. Иди поближе. Давай в ухе мне лучше. Давай. Ой, я вижу волосы, давай. Что, серьезно? А серо? Слушай, я боюсь, реально. Ладно, не бойся. Слушай, а вот знаешь, там даже больше не больно, а вот это тут жилет. Да щекотно и все, оно там внутри же. Что ты боишься? Оно горячее. Вращается и больно. Какое оно горячее? Ладно, не буду. Вот дурик. Ты зачем усы сбрил? Я, кстати, вытерла салфеткой, чтобы вы понимали, что я своими козюлями ей в ухо не болел. Вообще некоторые считают, что это полезная штука. Козюли в ухо? Или серо-нос? В общем, вот такая вот машинка. Серо-нос. Мы ее, естественно, протрем сейчас. Куда ты будешь пользоваться? Нет, да будешь. Не, ну прям выкинуть я ее не выкину. Ну,
пригодится, ладно. Я не буду, конечно, нос свой мучить ей, потому что это очень пригодится, пригодится. Щекотно. Вдруг ты порастут. Ну что скажешь о машинке, кстати? Ты все купила? Ну, себе нет, но на подарок бы обязательно взяла. У кого волосы из носа торчат, да? Такой намек. Так, давайте теперь тестировать нашу машинку. Покажи, у тебя есть какие-нибудь заусенцы, что-нибудь? Ой, я стесняюсь показывать свои ногти. Во-первых, сейчас весна, витамин до конца. Ой, ну вот у меня есть заусенцы. Сейчас, давайте мы ее сейчас соберем. Вот так она выглядит. Красивая, да? На вибратор. Чего меня позвала вообще? Я боюсь всякие такие штуки. Чего? Вот зачем я вот сижу? Я специально тебя взяла, Кристин, чтобы реальные живые эмоции и страх показать на камеру твой, понимаешь? Потому что я, может быть, уже бывалый момент, и со мной неинтересно, что взяла, засунула, а тут Кристинка, которая боится. Я реально укола боюсь. Я для этого тебя и пригласила. Особенно в форме укола, все. Что ты думаешь? Просто так сидишь. Так вот я же не пойму. Не пойму, здесь, по-моему, две. Здесь две батарейки, девочки. Твои зрители просто не должны. Все, сделали, закрепили. То есть она заэтывается, потом вот так оп, закручивается. Работает. Так, дальше. Я уже даже по звуку слышу уровень этого. Еще у нас есть насадки. Да, три вот такие насадки. Да, розовенькие. А, что идут тут за бафы? Тут идет... Бафы. Ну, баф, ну да. Может быть, я неправильно назвала. Может, я неправильно назвала, но мне кажется... Ну, громкое просто название, бафа. Да, короче, здесь три штуки, все они с каким-то напылением. Самое жесткое, мне кажется, это вот такая, железная полностью. И две мелкие такие вот. Может быть, тут-то указывается, для чего какая, кстати. Посмотри. Я думаю, что нет. Вот, смотри. Для придания формы ногтям это вот такая белая круглая. Для удаления кутикулы это железная. И для полировки ногтей розовая. Значит, розовая самая-самая мелкая. Так, давайте тогда кутикулу мы попробуем удалить желтой, потому что у меня есть немного... Она не желтая. Ой, желтая, господи. Вечно у меня одну голову. Металлическая, да. Мы ее сейчас засунем. Пошла. Сейчас. Крутится. Видите? Кстати, здесь, как я заметила, не фиксированная кнопка. То есть зафиксировал и все, она крутится. Нет, здесь нужно ее держать для того, чтобы она крутилась. Вот я отпускаю, и она перестает. Так, хорошо я усадила? Да. Ну как бы вам теперь это все показать? Ой, ну мы расскажем. Давайте. Вот у тебя заусенец как раз. Да. У меня сухая кожа и заусенец. Давай покажу, хорошо. Только не пугайтесь, это у меня там взрослые. Сейчас. Он торчит, видишь? Я не знаю, Крис, а вдруг я... Поближе вот сюда. Да, оно не повредит, у меня был похожий набор, он вообще ничего не делает. Он даже, наверное, и не... Да нет у тебя кутикулы, вот у меня есть. Офигеть, торчит заусенец, обалдеть. Ну, заусенец не убрать. А, так а нафиг он тогда нужен? Ой. Такая... Не знаю, сейчас подожди. Ну подожди, пока я не вижу результата. Две основные фрезы. Ой, я волосы заживала свои. То есть понятно, да, логически, что они вообще никакой функции не несут. Все, подожди. Не, ну по логике должно оно. Что-то делать должно. Прикинь, батарейку целую расходовала, чтобы что-то... Даже две. Я же говорю, у меня похожий был, там, когда в розетку включал. Ой, мамочки. Страшно, блин. У меня торчит. Но я вот даже не могу удалить ее с этого. С кожи. Не, может быть, нужно быть более смелой в этом во всем. Потому что, в принципе, работает достаточно быстро. Страшно, девочки. Короче, страшно. Я боюсь что-либо лишнее сделать. Но я ничего не... Подожди, вот дай, подожди, сейчас вот я вот подвину сначала. Кутикулу подвину. Вот так можно сделать? Да сделай. Не, конечно, ты барский прикинь. Слушайте, ну она убирает вот, если подвинуть, смотрите. Вот я двигаю вот так вот.
Вот я двигаю вот так кутикулу, и кутикула, которая остается у меня на, не знаю, не видно вам, наверное, да? На коже, вот ее можно аккуратненько убрать. Но вообще я этими штуками очень боюсь пользоваться. Вот как-то страшно, блин, реально. Ей легко можно пораниться, на самом деле. Чуть-чуть вот. Да и вообще, блин, лишнего что-то раз содрал, и ногтя нету. Я считаю, что это то, как профессионалам нужно ходить. Они вот уже знают. Но я вот дома не буду такой фигней. Дай. На. Реально, ничего толком не убрала, реально не убрала. Только батарейки две посадили. Ну страшно, пипец. Мне не страшно, у меня вот она игрушечная. Сколько его срубливать, непонятно. У тебя краска на руке что ли? Да, краска. Ну, убирается? Ну, убирается, но батарея... чуть-чуть... Ну, что это? Конечно, они профессиональные. То есть, ты, да... О, давай проверим эту полировку. Ну, вы понимаете, что шуба моя одета, чтобы повеселить вас. И, надеюсь, никто серьезно не будет так воспринимать. Потому что, конечно, еще бы я одела свою норковую шубу и сняла бы в офисе. Да, что ты мне надела? А ее здесь нет. Надолго. Ты должна показать, Крис, что давай, ты с шубой или что? Давай, подполируем. У тебя не накрашенные как раз ногти, давай. Ничего не убралось, да? Давай вот это снимем. Вот это наденем. А ну-ка дай мне свою ноготь. Я, ну, не буду показывать сейчас, да, но... У меня сросли, да, гель? Ты вот это будешь выравнивать? Ого, полирует, блин. Это не полировка, это, знаете, как бафиком пройтись. Ну, а я вижу, ноготь просто он становится, вон, видишь, проходит волос. А когда там полировка, они наоборот блестящие должны быть. Это розы, да, вот, смотри, для полировки ногтей и пластины. Ну, а это для придания формы больше, да? Нет, для полировки совсем он тогда должен быть без этих. Не страшно? Мне уже ничего не страшно. Ну что, это как бафиком прошлись. Потому что полировка, он должен быть вообще без всякой фигни. Он должен быть... А ну давай вот это. Это для придания ногтей? Для придания формы ногтям. То есть это нужно этот... Вот так, да? Билочку взял и подпилил, согласись. Ну да. А если по воде, да, у меня еще по пути уходят. Не пойми вообще, для чего это. Да, можно эти вот ноготь сейчас? Для придания формы. Сейчас укорочую. Сейчас его укорочу. Ну, укорачивается он или нет, вообще не пойму. Да. Что я сейчас туда... Ну да, он очень аккуратно укорачивается, в общем так... Пилкой бы не так было. А пилкой было бы более контроля. Вот. Поэтому я не знаю. 99 рублей попробуйте, девчонки. Вот, конечно, что-то делает, но вот. Нет, так... копейка рубль бережет. Вот туда 100, сюда 100. Нормально. Попробуйте. Попробуйте. Но эта тема не для меня. Для меня лучше пилками работать. Взяла бафик обычный такой, зачистила. Взяла полировку, зачистила. Чем вот это вот контроля очень. Мало в руках я чувствую, потому что не поймешь, да, чуть глубже сделать, чуть дальше сделать. Можно я скажу? Конечно. Вот смотри, я считаю, ты правильно купила сразу два аппарата, потому что ты мне сейчас попилила ноготь. Ну, если будете пробовать, покупайте сразу и второй аппарат. Сколько он там всего лишь? 77. Он всего лишь 70 стоит, 90. Потому что вот кисточки здесь не хватает, чтобы струсить все, что мне Селена напилила. Да, так что комплект. Это обязательно. Ну что ты скажешь, Крис? Хочешь, я тебе что-нибудь подарю? Мне кажется, нужно разыграть эти призы. Нет. Пусть они у нас лежат в офисе. Как... Мне кажется, даже ребенку не страшно отдать, потому что ничего не случится. Нет, ребенок, он найдет. Ну, он пожужжит вот так. Он найдет, чем применить игрушечку такую.
Ладно, мои хорошие, мы были рады с вами поделиться. Спасибо, Селена, что продемонстрировала такие прекрасные, полезные аппараты, приборы. Такие новинки дешевые. В общем, мы были рады потестировать все для вас. Нам действительно было весело с вами и друг с другом. Надеюсь, мы, может быть, уберегли вас от каких-то покупок, может быть, наоборот, вас сподвигли к тому, чтобы что-то из этого приобрести. Потому что, в принципе, оно работает, но вопрос относительности, да, смотря с чем сравнивать. Чайные ручки. Что-то доделает, да, что-то щекочет, например. Что-то... Грохочет. Грохочет. Вибритор, да. Вибратор, как ты говоришь? Слушай, ты сегодня... Я думала этот момент вырезать с вибратором. Ты его повторила, значит, я его оставлю. Я сказала вибрато, ты говорила голос вибрато, как ты говорила, помнишь? Да. А еще сегодня была Селена, царевна Селена. Да, кровавая барыня. Нет, царевна Селена, они же там еще корона такая. Кокошник. Да. Ну что, прощаемся? Ну все. Большое спасибо за внимание. Да. Мы с вами прощаемся до следующего видео. Если наше видео было полезно и интересно, обязательно ставьте лайк. Нам будет очень приятно. И подписывайтесь на канал, кто в первый раз. Пишите впереди в комментарии. Что много интересного. Да, комментарии у Кристины на канале открыты. Ей пишите, а у меня закрыты. Поэтому... Пишите ей в лифчику. В лифчику. Вот, мне в лифчику, мне не надо писать. Ты их не носишь, да? Да, все, кто хочет что-то мне написать или есть какие-то вопросы, я всех приглашаю в Инстаграм. Комментарии у меня закрыты на YouTube, потому что я не успеваю здесь контролировать сообщения, и поэтому приглашаю всех в Инстаграм, кому интересно пообщаться или что-то написать, написать отзыв. Всегда, когда выходит у меня какое-то видео, я делаю пост в Инстаграме и спрашиваю своих зрителей мнение, что, как, в общем-то. Так что пишут, да. Приходите в Инстаграм ко мне, вот здесь ссылка. Все, я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. Пока! Пока!